Привет, друзья, с вами Рашна Линзука и Альберт Добрый Летсплейщик. Всем привет. И мы начинаем прохождение игры Serious M3. Точнее, будем пытаться проходить. Мы первый раз в нее играем и не знаем, что это за игра вообще, как бы. А, кстати, мы без оружия, что ли? Да, поначалу без оружия, сейчас надо будет найти кувалду, потом найти еще какое-нибудь оружие и... тыры-пыры, там, все дела. Так, кстати, своих тут почему у меня не прыгает? У тебя прыгает вроде, чувак, а мой не прыгает. А, попробуй на курок. На курок он руки достает. Да. Просто руки достает, а прыгать у меня не прыгает. А, во-во, этот, над левым курком этот... как он? А-а. Левый триггер, короче. Понял. Все, разберемся. Короче, пошли. Я знаю, куда идти. Я начало видел. Тут, короче, QTE сцену у всех врагов, если к ним близко подходить, то можно у них глаз там, ну или что-то с ним делать, короче. Вот этот глаз. Кстати, его можно взять. Можно поиграть. Куда он делся? А я вот к нему подошел, он пропал. Я думал, я его взял. Ну, куда он пропал? Его можно брать и, короче, кидать, если что. Но вот почему-то он это самое. Так, ну чё, погнали. Во, кувалда. Так, кувалда. О, он автоматически берет. Ты взял кувалду? А, вот она. Ага. Все есть. Можем друг друга бить, интересно. Короче, смотри, левым курком да бить наискосок, взял, а правым курком бить сверху вниз. Ага, понял. Слушай, у игры какой-то свой движок, Serious Engine 3. Вау. Ты что, на стул сломал? Да, ну тут как-то... все странное такое. Что-то пропадает вообще сразу. Вот я не, не знаю, вот это вот тут наверное, нельзя. Это не этот, не Red Faction, где можно все ломать. Stone, ты, кстати, попробовал Red Faction? Ага. Там разрушаем вообще, вообще офигенно. Stone, how many times do I have to tell you where your secret? Да, сейчас он будет вниз спускаться. Ну тут можно пошарить, я думаю, тут какие-нибудь секреты могут быть. Ну, можно отлить, например, нет? Нельзя, что ли? Ты сломал унитаз, ты что творишь на деке? На! Ты что, ванну можешь, чугун взять? А не, не ломается. Не, здесь вроде ничего нету, я фиг знает. Откуда балкон? Так, здесь вниз спускаться. Как бегать, интересно? А, правый этот самый. Блин, как эта кнопка называется, я все забываю. Бампер. Как фиг узнать, РП. Бампер это называется. Левый бампер, правый бампер. Вот тут можно вниз спрыгнуть. Во, что-то валяется. Или это мне показалось. Просто мусор. Так, что-то мало пока что монстров. Не волнуйся, тут потом их будет столько, что... Слушай, знаешь, особенность игры крутая. Видно отражение в зеркале. Ты прошел меня, иди сюда, подожди. О, смотри, в зеркале. Ну, двоих нас будет видно, о. Мы два одинаковых, прикинь. Хоть бы скины можно было какие-нибудь поменять. Хотя, мне кажется, тут можно будет скины персонажей менять. Может быть. А вначале нельзя было поменять? Не, вначале ничего не было вроде как. Ну, я думаю, мы сейчас пройдем что-нибудь, и потом там что-нибудь, ну, нам дадут. Какую-нибудь возможность. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Потому что тут можно играть четвером, то есть тут что, было 4 одинаковых Сэма бегать. Это как-то не это самое. Не очень круто, по-моему. А, кстати, оружие-то когда появится? Ну, все постепенно тут дают. Сейчас мы тут по пару монстров замочим кувалда молоточком. Пока что не самое крутое, хотя... Вот, беру. На! Первый враг. Кстати, у меня почему-то сам кувалду поднял. Я думал, может... О, что-то валяется. Во, я мини-секрет нашел. Я какой-то мини-секрет нашел. Вот сюда зайди, вот сюда, в проулок. Во, тут что, и монстр? Ага, и что здесь? Че, мне дали какой-то секрет, я взял. Я не знаю, у тебя он будет. Вот, ты взял тоже, видишь? А, вот это Shells плюс 5. Это что такое Shells? А, кстати, где ты? А, вот броня тут. Может быть плюс 5, я не знаю. У нас пока брони, кстати, нет. Тут же надо будет потом отдельно здоровье, отдельно броню, короче, брать. Ну да. Блин, так и хочется после Red Faction вот эти вот столбы посшибать. Надо будет нам как-нибудь по Red Faction онлайн мясо так, замутить. Куда сейчас куда-нибудь рванем. Ну, наверное, прямо. Вот сюда, наверное. Откуда монстр пришел, туда и надо. Не-не-не-не, иди сюда. Кстати, может, какие-нибудь жесты можно делать, нет? Тут выбор оружия, а просто рука и кувалда. Вот тут валяются так, ошметки. На Б можно рассмотреть кувалду. Так. Ой, а у меня на Б он почему-то вышел. Так, видимо, сюда.
на монстра почему-то вышел. Вот, вот здоровье, кстати, красные вот эти вот. А он кувалду сам поднимает, короче. Когда монстров видит, он сам кувалду поднимает. Сейчас вот здесь будут где-то. Вон, идет. Нормально. О, парламент. Сломал монстра. Кстати, кувалда постепенно тоже будет кровью покрываться. На! А где у меня кровь на кувалде? Почему нет крови? Она потом пропадает. У меня даже почему-то не это самое. Я монстра вроде завалил, а я... Нифига не на это. Может быть, потому что в кооперативе играем. Так, здесь это огромный такой монстр проходил. А это так, мне кажется. Блин. А, во, уже рука так, кровавая. Уже рука кровавая, кувалда тоже кровавая стала. И все, что ли? Пока вроде легко, да? Ну, пока что тут есть 2-3 монстра. Потом их тут будет просто куча. А хотел боковым ударом. Смотри, прикольно то, что для всех каждого свое здоровье, да, получается? То есть я их взял, а ты их берешь тоже. Не надо париться, кто возьмет. Так, так, ты где есть? А ты где? А вон вижу. Погнали. Родригес, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones. Rodriguez took. Oh, Jesus Christ! О, что это за синие? Смотри, 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 иди сюда, иди сюда. Смотри, какие-то на земле валяются синие монетки. Ага. Что это такое? Что, я не понял, что это такое. Так, ты где? Ну, здесь я, здесь. Пошли, наверное. Мне кажется, надо драться все-таки со здоровым с этим. Может быть, потому не знаю. Кто-то бежит. Я просто смотри, игру только в начале. Я игру только в начале запускал, и поэтому не знаю. Короче, что тут надо будет делать дальше. Замута, короче, такая. Тут что-то люди нашли какой-то там корабль космический, видать. Вот, и, короче, поналетели инопланетяне, то есть уничтожили. И, в общем, люди какой-то хотят артефакт найти где-то в пирамидах, что ли, который поможет, типа, им все исправить, там, не знаю. А где пирамиды сами? Не знаю, но мы, видимо, в Египте, что ли, сейчас находимся, я так думаю. Значит, где-то подбираем. А мы вечером, у нас, мы летели, видимо, к этим пирамидам, но вертолет у нас, короче, сбили. И вот, мы сейчас, ага, мы сейчас ищем этот вертолет долбанный, который упал. И дальше уже идем куда-то там. Куда-то, короче, я не знаю, хрен с ним. Разберемся. Ой. Потемнел в глазах. О, фига себе, инопланетяне появились. Что там нет? Блокбастеры! Майкла Бэй отдыхают! Что же, нельзя кого-то. Дом падает, смотри! Ты видишь? Бежим! Да не, не, он далеко падает, что бежать. А, не особо эпично, он упал. Да, да, да. Ну ладно, хоть так. Для такой игры и то нормально. Так, где, это где он? Упал. Где монстр? Вот, вот, вот ты хотел новых монстров? Да, получай. Во, я вырвал сердце у чувака, прикинь. Нужно его кинуть. Так, где? Эй-эй-эй. Во. Тут нельзя ничего еще вырвать. Ну вот у них сердце вырывается и глаза, и можно кидаться, но я не знаю, смысл есть ли в этом. Ну-ка. Блин, я хотел кинуть, но ты не долетело сердце, ты его, короче, расфигачил, блин. Бедолагу. Фарш. Я не знаю, может это потом где-то в игре пригодится, то, что ты можешь вырывать все у них там, типа. Может быть. Во, я броню нашел. Первая броня, 10. Ты я где? Пока что таблеточек. Иди бери броню. Я здесь, я справа. Да. У нас брони нету, вернись этот. Вот, иди сюда. Там броня валяется, ее надо брать по любасу. Где, вот здесь? Да, да, вот шкафчик. Я ее взял уже. Что, взял? У тебя 10 брони, да, показывает? Так, 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 а где она? А вот там слева... У меня 6 осталось. А, 6 у тебя уже. Так, еще здесь жизнь. Так, все, тупик. Ну то значит туда, да, идти, где, где, где ты шарил сейчас. В проломе. Ну туда, наверное. Вот сюда, наверное. Где-то здесь что-то есть. А, вон там проход. О, пистолетик дали. Можно целиться на ЛТ. Друг убить не можем. Ну-ка дай-ка я тебе поближе подойду. Здесь патронов немного, сколько? 10?
А мне кажется, они тут бесконечные. На пистолет, по крайней мере. Ну, наверное, пойдем проверим. О, во, первые камикадзе появились, слышь? Они взрываются, короче, их надо заранее мочить. Ну да. Так, где есть еще кто-нибудь? Там сзади толпа целая, смотри, пипец. Так, здесь броня. Во-во-во-во. Кстати, вот бывает даже мимо стреляешь, он только попадает. Это круто. Так, где-то орёл. Осторожнее. А где ты броню-то взял? А там была сзади. Пойду, пойду, пойду посмотрю, а то туда, думаю, чувствую, пригодится справа, сейчас. Откуда? Слева. Вот здесь она где-то была. Вау. Не вижу брони никакой. Это инопланетянин, типа, без головы? Ну да. Или кто это? Ну, видимо, да, это же нападение инопланетян. Но может, это какие-нибудь люди превращенные, я хрен его знает. Ну, у них тупо головы нету, и все. Ну, да, люди, наверное, без головы бы не могли. Зато инопланетяне есть без головы. Так, ну нам, короче, вот, по-моему, сюда. Не знаю, может, тут где-то пошарить можно еще. Может, что-нибудь тоже валяется. Я что-то броню, кстати, тут так и не нашел. Видать, она это, только одна была. Так, вот армор. Вау. Вот ну, здесь что? На машине рядом со мной есть. Так ты где есть-то? Ага, сейчас. Где, где? Так, идем сюда. А, вот вижу, да. А, вот здесь было. Эту вижу, да. Во. Так, куда теперь? Да прямо, то сейчас. Сейчас тут будет же скач, короче, готовься. О, да ладно. Так, где этот камикадзе заряд, блин? И где же скач? Пока что все как-то. Это пока спокойно. Что. Скоро начнется. Так, где-то орёт. Вот сейчас. Вот после того, как наш герой. Типа вот, что-то высказал, типа, на эту тему. Так, еще ору. Вот я тебе говорю, сейчас начнется. Давай потихоньку отходим назад. Потому что тут сейчас будет жесть. Кровавая баня. Бежим. Там целая армия камикадзе этих. Жалко, что-то. Слушай, у тебя это самое, у тебя как сейчас микрофон расположен? А, микрофон расположен напротив. Просто, блин, мне так слышно в ухе, как ты на курок нажимаешь. А, окей. Вот так, уберем. Смотри. Слышно. Тебя слышно сейчас? Теперь слышно? Во, сейчас не слышно, сейчас нормально. А то думаю, что за звук слышно. Такой, короче, скрежет? Ну, потом запись его слышишь. Там просто один скрежет. Никаких слов, просто скрежет. Да. Против толпы называется. Ну нормально мы их уделали, смотри-ка. Это я зубами скрипел. Так, здесь пока что ничего нету. Только вот здоровье везде валяется. Сколько максимально, интересно, здоровья можно собрать? Что-то я вот пока не знаю. А тут, оно, видишь, оно... Не знаю, может быть. По 1%. У меня около 100 и все. Вот у меня сейчас 102. 102? Угу. Отлично. А если вообще все собирать, все до единой? Не, там предел есть какой-то, то есть тебе будут писать, что тебе максимум здоровья. Сейчас у меня может 100... Быть 200, может быть 200, собрать. Да, может быть 200, да. Так, что есть? О! Еще? Сокровище! Интересно, что это за сокровище, что с ним делать. Кстати, зрители, кто знает, в комментариях вот, ну, пишите, что за сокровище, для чего мы их тут собираем. И как нам, если что, в следующий раз, например, поменять внешность персонажа, чтобы мы хотя бы отличались? Можно ли это сделать? Wow. А вот вертуха. А куда он делся? Ты его взял, что ли? Да. Тоже хочу его взять, дайте мне. О, там уже инопланетяне идут. Вот у меня здоровье все, 104%, больше не прибавляется. Ага, у меня 100 пока что. Какие-то монетки опять разбросаны тут, смотри-ка. Так, на нас уже бегут.
причем со всех сторон. Сейчас какую-нибудь гранатку бы дали, я бы не против покидаться гранатками. Да и гранаты, еще что-нибудь, меч как-нибудь. Угу. Порубить их. Ракетницу. По-любому ракетница будет, потому что тут враги же есть с ракетницами. Может быть дадут какой-то камикадзе. Че опять такое? Блин, гады. Они с одного выстрела не убиваются. Вау. Мне нравятся эти все кишки, кровь, короче. Просто супер. Дед орёт. Вообще отчаянные парни такие. Вау, прям в меня приехал. Блин, где он орёт, я не пойму. Они везде по... Так что орёт, блин? Он орёт, непонятно где, просто. Надо звук вокруг системы, чтобы... Блин! Специальный звук такой, то что они орут, непонятно где. И такое минимальное, знаешь, приближение звука слышно. Не, ну есть приближение, то есть тише, громче он вроде. Такой минимальный. Не, когда он к тебе вплотную, вплотную подойдет, ты его как комар ночью, услышишь. Точно, точно. А с комарами мы что делаем? Прихлопываем. Где, где, кстати? А у меня нет с собой мухобойки. Вау! Кстати, с дробаша было бы прикольно муху долбить. Да, согласен. Ай, дай мне его набить! Который побольше. Ой, иди сюда! Они веселее убивают с молотка, эти здоровые. Да, кстати. С молотка с одного удара, а с пистолетика надо еще в них... На! Свой глаз. Так. Куда теперь-то? Ну, нам надо вот тут в здание заходить, вот сюда. Тадж-Махал? Ну, вот, я не знаю, как оно называется, но, видимо, что-то наподобие. Это похоже. Вообще, тут, мне кажется, надо, конечно, обшаривать все, типа, вот, всякие уголки на всякие эти сокровища. Ну, что-то выскочило. Типа, оформление здания. Ну, у меня тоже выскочил, да. Это, типа, может быть, надо вход найти внутрь? Может быть. Еще бы тебя найти. Броня везде разбросана. Я тут пока в начале шарюсь тут во дворике. Тут показывается на тебе, где ты находишься, вот в метрах. А, ну это да. Здесь это... стрелкой. Да. 10 метров. Так, да. Здесь вход. Ну-ка, не надо мне тут этих звонков. Стекла не бьются. Не бьются. Да, вот здесь что-то показано, то, что Serious Sam Engine. А? Что где? Там что-то было показано, то, что находится между колоннами какая-то то ли бомба, то ли еще что-то. Давай пойдем сейчас где-то сзади. Вокруг посмотрим. Наверное, определим тут что-нибудь, я не знаю. Ой-ой-ой. Где там? А, там сверху, да? Скелет. Ты живёшь. А, я не могу в него прицелиться никак. Он какой-то быстрый. Так, нам в окно залазить. Я не думаю, что мы можем паркурить, короче, в этой игре. А, меня расколбай. Пипец какой-то. Скелеты неубиваемые вообще какие-то. Вау. Какой-то трофей мне написали. Пойдем еще нарваться. Ну-ка, может эту статую можно кувалдой расфигачить. Так, я вход нашел, походу, делал. Ай, блин, я не... Время заняться исследованиями. А, что, мы прошли первый этап, что ли, получается? А, видишь, загрузка теперь идет, следующее это... Значит, мы в здании теперь будем, наверное. Ой, ты там что, не отлетел случайно? Блин. Так, друзья, значит, у нас Альберт отлетел, так что... На этом первая пробная серия тогда у нас завершается. Вот. Так что пишите в комментариях, хотите ли увидеть продолжение. Ставьте лайки, от этого все зависит. До новых встреч!